Ну, наверное, замыкание было, поэтому загорелось. Под кассой, может, кто курил, бычок бросил. Там же охранники. В 6:06 произошло возгорание. Сработала пожарная сигнализация в магазине АТБ. На данный пожар выехало 2 единицы техники, 22-й государственной пожарно-спасательной части в составе 14 человек личного состава. По прибытию отключили здание от электроэнергии, в составе звена ГДЗЭШ зашли в помещение. Было обнаружено, что горит касса, вот, источник возгорания неизвестен. Благодаря нашим слаженным действиям и оперативности в кратчайшее время пожар был ликвидирован. Вот, на данный момент у нас проветрится помещение, пострадавших нет. Вот, минимальным ущербом мы справились.